Мы подготовили подборку самых главных и важных сообщений из делового мира, чтобы сэкономить ваше время. В Казахстане вступили в силу новые нормы так называемого закона о неработающих кредитах. Это запрет на начисление штрафа и пени при просрочке более 90 дней. Это означает, что в случае неуплаты пени больше 3 месяцев, сумма неустойки будет пересчитана в соответствии с новыми требованиями. Сумма ежедневных штрафов для заемщика сократится как минимум в 10 раз. «Казатомпром» выставляет на продажу доли в 3 дочерних компаниях. Речь о компаниях «Каспироксид», «Казатомпромсорбент» и о базе отдыха «Ульба». По данным электронной торговой площадки, общая стартовая цена этих активов составляет более 600 миллионов тенге. Торги будут проводиться на повышение стоимости. Аналогичная распродажа проводится еще в 42 компаниях, входящих в состав фонда «Самрук Казына». В рамках второй волны приватизации планируется реализовать до 2020 года в общей сложности 1006 объектов. По последним данным, уже продан 281 объект. Выставлено на торги 196 активов. 8 миллиардов 300 миллионов тенге могут получить бизнес-вумен Казахстана в виде кредитов от КМФ. Отраслевых ограничений нет, но микрокредит от КМФ не смогут получить женщины из Астаны и Алматы, только из регионов. Максимальная сумма кредита – 16 миллионов тенге на срок до 3 лет. Ставка от 25 до 44%. Особенностью микрокредитов является то, что получить их может как одна предпринимательница, так и группа женщин. Последний вариант удобен, когда нет залога. Ответственность в этом случае солидарна. Но при этом деньги каждая клиентка берет на свой бизнес. Пусть данная информация поможет вам принять правильное решение и приумножить капитал.